Убудованный жилый дом педиатричное отделение хутка открыется в 104-м микрорайоне Гомеля. И оно разместится по адресу улица Рабиновая, 4. Такие проекты в областном центре реализуются в першиню. Монтаж матповерховки начался в червине минулого года, а зараз работы наближаются до завершения. Наш корреспондент Ганна Каральчук одной из первых побывала на новом объекте. Чистое, светлое помещение. В этом помещении предусмотрены как кабинеты врача-педиатра, так и современный кабинет функциональной диагностики. В той части здания у нас располагается лаборатория, процедурный, прививочный. И на входе стоит терминал, который позволит пациентам самостоятельно записаться на прием к врачу. Для нашей здымочной бригады проводят невеликую экскурсию по новым педиатричным отделениям, которое будет обслуговывать маленьких жихаров Новобелецкого района. Запотребованность им высокая. Только у 104-м микрорайоне живе около 4000 детей. С уликом этого у новом отделении будут працевать 4 врачи-педиатры, которые смогут принимать до 90 пациентов в день. В отделении батьки с малыми так само смогут сдать анализы, сделать электрокардиограмму и пройти функциональную диагностику. Будет працевать и кабинет по вакцинации маленьких пациентов. У нас предусмотрен уже такой проект этого учреждения, что есть не только кабинет лабораторной диагностики, но и процедурный кабинет и прививочный кабинет. В свою очередь здесь будет проводиться забор анализов биохимических из вены, и параллельно мы сможем вакцинировать деток. Для этого не нужно будет ехать дополнительно на территорию поликлиники, где есть возможность для хранения вакцины. А это соответствующие требованиям санитарных норм и правил, условия, потому что вакцинация – вещь очень серьезная. Мы несем серьезную ответственность за проведение, за правила соблюдения правил вакцинации детского населения. При этом лабораторные исследования тут будут проводить не только для детей со 104-го микрорайона, а и для всей Новобелицы. Для приема пациентов с температурой и сыпом сделали особный уваход и фильтр-бокс. Такая необходимость предугледжена пандемичным выкликом. Для наведывальников с обмежеванными махчимостями усталявали лифт. Побач с уваходом парковка для колясок и пандус. Генеральный подрядчик уникального 16-поверхового будинка – Гомельский домобудовничий комбинат. Подобный проект яны реализуют у першиню. Как мы можем видеть, Гомельским ДСК был реализован объект в полном объеме, который включает в себя решение по отдельному жизнеобеспечению данного объекта в плане того, что у него имеется отдельно своя электрощитовая, тепловой узел, система охранной сигнализации. Также дополнительно данное заведение оборудовано отдельным входом, что позволяет разделить потоки людей и не создавать никакие неудобства для жителей данного дома. Увод у эксплуатацию нового педиатричного отделения дозволит снизить нагрузку на отделение, которое размещено на Жемчужной 14. Завершить все работы плануется у красовику. Ганна Каральчук, Гармарышенко, телерадиокомпания «Гомель».